Сегодня же в Черкассах задержали грузовик со львовским мусором. Машину выявили активисты. Вызвали полицию, оперативники заставили водителя показать, что внутри. Грузовик был доверху забит отходами. Документов у водителя не было. Полицейский мужчина признался, что мусор из Львова он знал, какой груз везет, и должен был доставить его в Киев. А в Черкассах остановился, якобы, чтобы дождаться дальнейших указаний заказчика, где именно высыпать отходы. Автомобиль изъяли, полиция проводит проверку.